группой в пути. Нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Обнаружена кровопотеря. Требуется. Вы из Барни старый. Обнаружена кровопотеря. Может, вы поможете ему? Снайперы постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед, доктор Фриман! Обнаружены люди. Есть кто наверху? Помогите! На помощь! Помогите! Наверху будет безопасней. Мы не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще там. Thank you.
Сюда! Сюда! Я не могу двигаться. Чёртова снайпера не дает мне поднять голову. Брось парочку гранат. Набьём их. Снова потеря. Состояние критическое. Боезапас исчерпан. Запас исчерпан. Гордон, сними этих снайперов! Гордон, гранаты! Черт! Хорошо, спасибо. Давай к воротам. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Ты слышал мяуканье? Она меня преследует. Мозгососы, Гордон!
банка, то ли музея. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити-17. На крыше находится огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. Всех проходящих, пока его не отключишь. Идем. Эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть игру. Сдавайтесь, пока не поздно. Ложись! Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Убирайся оттуда! Думайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Эй, с дороги! Я бы хотел убить. Я говорю с вами. Заключенные, выпусти их, Гордон. Они могут нам помочь. Который мог бы направить сомневающихся. Доктор Фримен, я пойду с вами. Это для меня, и это для меня. Мило. Падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Чем боюсь, они начали смотреть даже на меня. Вот плата за службу представителей всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор. Сдавайтесь, пока не поздно. Дело вам человечество. Одумайтесь, доктор Фрид. Служите человечеству. Подлечись. Больно.
Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Слушайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Пулеметы. Ты в костюме, ты с ними разбирайся. А я к панели безопасности. Прости. Швырни туда гранату. Должно сработать. Я открою. Извини. Черт, десант. Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. А вот и они! Черт, десант! Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному.
нас! Возьми аптечку. Эй, это же Фримен, давайте-ка за ним. Это подойдет. Наконец. Так я отойду. Можно начать с этого. Хорошо, осталось два генератора. Черт, на крыше засел надзор, а нам как раз туда и надо. О, сколько охраны! Там явно есть что-то интересненькое. Давай, док, я жду здесь, пока ты меня отключишь. Будь осторожен.
поставь ловушки. Заодно выключится устройство подавления на крыше. А теперь на крышу, Гордон. Здесь выход на крышу. Быстрей! А теперь на крышу, Гордон. Следуй за мной. Вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Эй, я останусь здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Увидимся позже, Гордон. Возьми аптечку. Пойдешь.
Вы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться, добудете все необходимое, чтобы сбить страйдеры. Вот, держи аптечку. Вы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Thank you.
Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами.
Доктор Фримен, там черт знает, что творится. Рядом с цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Мы уже почти под стеной цитадели, док. Я не знаю, как, черт возьми, мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Нужно добраться до лошади! За ним!
аптечку. Я перезаряжу, прикрой меня! Зарядите. Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Возьми аптечку. Подождите меня! Возьми аптечку. Ну,
Извините. Простите, док. Через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он сбил свою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотела, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Эй, пес! Не туда! Там не пройдешь! Ничего себе! Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Если увидишь доктора Брина, передай ему! Thank you.
Бога обнаружено нелегальное оружие. Конфискационное поле включено. Итак, это вы, доктор Фримен. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, и согласитесь, не слишком приятный. Что ж, я довольно прагматичен. Приятна мысль о том, что в других обстоятельствах мы могли бы сотрудничать в атмосфере взаимного доверия и уважения. Конечно, судя по вашей недолгой работе в Черной Мезе, когда я руководил ею, вы подавали большие надежды, как человек, который мог бы многое привнести в науку. И все же, я не знаю, что у вас к этому побудило, но в нашем предприятии нет места ученым-предателям. Thank you.
Создали ли вы
Я заложил основы для выживания человечества, и не только человечества в узком смысле, но и чего-то большего, чем можно представить. Чего-то такого, что только сейчас открывается. Стоит ли оно того?